Дорогие друзья, дорогие участники, добро пожаловать в нашу вторую международную онлайн-выставку собак BRD летом. Итак, сегодня 27 августа, главный конкурс Best in Show Junior и Best in Show. Прежде мы будем смотреть наш конкурс, хочу поблагодарить наши судьями. Вот господин Джефф Дуфель, Великобритания, Херардо Паулуччи, Аргентина, Джохан Джуслин, Финляндия, Марио Дуарте, Бразиль, Джосе Луис Куния де Васконселос, Бразиль, Роберто Велес Пико, Пуэрто-Рико, Рамон Подеста, Чили и Зинатон Андрюс, Великобритания. Судьи, которые будут сегодня судить конкурс Best in Show. Тоже хочу поблагодарить все наши оргкомитет, который смог проводить такой формат выставка онлайн, который очень сложно. Это очень много времени работа, но я думаю, что мы проводили успешно. И так будем проводить наша третья международная выставка собак BRD осень, которая будет состояться в октябре. Дорогие друзья, я поздравляю вас. Сегодня 27 августа и сегодня решающий третий день второй международной онлайн-выставки собак. В нашей программе сегодня Best in Show Junior и Best in Show. Не надо много слов, лучше посмотрим на самых красивых собак. Поехали! Определять лучшую молодую собаку нашей сегодняшней выставки будет судья из Чили Рамон Подеста. Самое время его представить. Судья всех пород сертифицирован клубом собаководства Чили FCA. В 1968 году он основал всемирно известный питомник афганских борзых фон Хаусман. Рамон владеет и разводит рекордное количество чемпионов и лучших собак у себя в стране, включая международных чемпионов, чемпионов Латинской Америки и чемпионов мира. Он произвел более 250 чемпионов, включая международных и мировых чемпионов, а также многих победителей различных международных выставок. С 1978 года он стал судьей по всем породам и судил во многих странах. Сегодня в классе юниоров будут представлены следующие породы. Шотландская овчарка, вельш-корги Пемброк, бернский Зененхунд, черный русский терьер, буль-мастиф, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, деберман, мастиф, сен-бернар, шотландский терьер, стаффордширский буль-терьер, кроличья такса короткошерстная, чау-чау, шведский вахтельхунд, итальянский брак, лабрадор-ретривер, бостон-терьер, ирландский волкодав и уиппет. У юниоров на этой выставке огромная конкуренция, ну, в принципе, интересно будет наблюдать за этой борьбой. Итак, первый представитель породы шотландская овчарка. Представляет он Россию, Лобню. Шелтик. Приятный такой, быстренький. Собака уверенная в себе. Напоминаю, что, дорогие друзья, вы можете зайти, нет, вы не можете, вы просто обязаны зайти на наш сайт и проголосовать в разделе «Приз зрительских симпатий», потому что именно вы будете определять лучшую собаку онлайн-выставки именно в этой номинации. Шелти. Следующий участник – Вельш Корги Пемброк. Видно, представитель Томска, такое щенячье поведение прослеживается у этой собаки. Прямо, ну, такая щенячья наивность, то, что называется. Но уже, я так понимаю, что Дилас уже знает и дефилирует вместе со своим хендлером вполне уверенно. Очень приятная собака. Конечно,
Конечно, когда речь идет о таких распространенных породах, как это, конечно, конкуренция безумная. И всегда приятно, когда какая-то собака выделяется. У нас бернский Зенненхунд. Хендлер старается привлечь внимание, но мне кажется, что песик больше реагирует на оператора. Сызрань, Россия, бернский Зенненхунд. Знаете, дорогие друзья, я черный терьер, русский черный терьер, поскольку сейчас решается судьба главных наград нашей выставки, очень что-то тяжело говорить, как-то обсуждать и работу хендлера, и собаку. Представитель Москвы, Россия. Поэтому я предлагаю сейчас вам просто вот посмотреть, оценить собаку и работу хендлера со своей точки зрения и не забыть про онлайн-голосование на нашем сайте. Я, например, уже определился с собакой, которую я отдам свой голос. Надо определяться и вам. Бульмастиф. Барнаул, Россия. Интересно, что мы, естественно, используем те же самые ролики, которые владельцы и хендлеры присылали для представления собак как в породах, так и в группе. И эту картинку мы уже тоже видели из Египта. Кавказская овчарка. Ну вот интересно, сейчас смотришь на эти кадры и совершенно по-другому воспринимаешь этих собак, которые участвовали в представлении лучшей собаки в своей группе, и сейчас, когда уже они экспонируются в бестах. Среднеазиатская овчарка. Египет. Вообще, дорогие друзья, у нас неплохая география собак, чуть-чуть поменьше. У нас на второй выставке 147, если быть более точным. На первой выставке было представлено 167 собак. Но, по крайней мере, это уже люди, которые четко знают, что будет происходить, и готовы вот к такому онлайн-судейству. Значит, наша выставка уже зарекомендовала себя с положительной стороны. Доберман. Представительница Бразилии. Представительница, если мы говорим о хендлере, а если мы говорим о собаке, то, конечно же, это кобель-представитель.
очень хочется, чтобы наш эксперт Рамон Подеста по достоинству оценил всех собак, которые представлены сейчас здесь на конкурсе, потому что, ну, если мы говорим о взрослых собаках, то там уже все очень хорошо и четко видно. А если мы говорим о юниорах, понятно, что эта собака будет развиваться, что эта собака мастиф Египет, представитель Египта. Так вот, если мы говорим о юниорах, то понятно, что эта собака будет развиваться, что это еще не конечный вариант. И здесь, с одной стороны, эксперт должен увидеть состояние животного, то, что называется здесь и сейчас, с другой стороны, чтобы он мог просчитать, как будет собака развиваться. Потому что вот у некоторых представителей, особенно вот таких вот крупных собак, вот как тот, который демонстрируется сейчас, у них вот движение еще видно, они немножечко такие щенячьи, и поведение щенячье. Короткошерстный сенбернар, Москва, Россия. Очень резвая собачка. Никакой рыхлости нет даже рядом. Четкие движения и уверенная работа хендлера. Скотч-терьер. Екатеринбург, Россия. Вот, кстати говоря, хочу отметить очень правильную работу оператора, который показал собаку со всех сторон. Собака стояла на выставочном столе, не меняя положения, и оператор дал то, что называется, полное представление, что из себя представляет собака. Ну, а здесь движение. Сейчас будет еще стоечка. Красивая собака. Екатеринбург, Россия. Сан-Паулу, Бразилия. Стаффордширский бультерьер. Все-таки огромный плюс таких онлайн-выставок, что мы можем, практически не выходя из дома, вот вы себе представьте, где Сан-Паулу, где Москва и где Томск, и мы можем получать картинку и расценивать собак одновременно, которые находятся в абсолютно разных уголках света. Москва, кроличья такса. Съемки производились в Москве, но напомню, что эта собака либо уже уехала, либо в самое ближайшее время должна покинуть пределы Российской Федерации и будет представлять Таиланд на самых престижных выставках, потому что, конечно, она появилась на свет в очень именитом питомнике. И за ней богатая родословная. Москва, Россия.
кроличья такса короткошерстная. Чау-чау. Москва, Россия. Опять же, позволю себе дать совет, дорогие друзья, уважаемые операторы, которые будут снимать собак уже для третьей онлайн-выставки, которая пройдет в конце октября. Старайтесь все-таки показывать собаку спереди, сзади и сбоку. Не нужно стоять на одной точке. Вот как это делает сейчас. Прекрасный показ собаки. Опять же, с точки зрения операторской работы, это шведский вахтельхунд, представитель Швеции. У нас на нашей онлайн-выставке. Собака показана со всех сторон. Здесь собака достаточно светлая, а если собака будет темная, то, конечно же, нужно, может быть, даже где-то подсветить, чтобы были видны все стати собаки. Не нужно стесняться дополнительного светового оборудования, потому что ваша задача – представить собаку в наилучшем свете, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. И, конечно же, камера должна быть подвижной. Хочется все-таки такого эффекта присутствия. Итальянский брак. Белореченск, Россия. Интересно, что вот на... Правда, я сейчас себя поймал на мысли, что на онлайн-выставках, конечно же, многое зависит от хендлера, естественно, от грумера, ну и плюс еще здесь дополнительный герой этих выставок, который остается за кадром, это оператор. Томск, лабрадор, ретривер, Россия. Бастон Терьер, Санкт-Петербург, Россия. Напомню, что мы с вами сейчас смотрим шоу юниоров. Мне даже кажется, что это вот, ну, для меня лично гораздо интереснее, чем смотреть на взрослых собак, потому что взрослая собака, это я уже отмечал, это такой уже готовый продукт. А вот здесь, в юниорах, ну, во-первых, собака может измениться. Ирландский волкодав. Собака может измениться. Собака будет меняться. Конечно же, многое зависит от генетики. Но плюс еще на это может повлиять владелец. Белград, Россия, ирландский волкодав. На это может повлиять владелец, и вот такая грамотная экспертная оценка, она может указать как сильные, так и слабые стороны собаки, которые, может быть, можно исправить занятиями, физическими нагрузками. Ну и, конечно же, хендлер может приобрести опыт показа конкретной этой собаки.
Нижний Новгород, Россия, Уипет. Всегда, когда смотрю на борзых, вот на этот подрыв, то есть то, что в обычной жизни называется живот у собаки, всегда видно, насколько собака эстетично борзая, насколько она хорошо физически подготовлена и насколько вообще весь ее экстерьер заточен под высокие скорости. Очень приятное впечатление от всех собак. Очень приятное впечатление от всех хендлеров. Дорогие друзья, спасибо. Мы уходим на рекламу. Ну а дальше объявление результатов. You are my paradise, I can't deny. You make me high. There won't be no goodbye, it's no surprise. I'm hypnotized. Третье место. Кроличья такса короткошерстная. Хорошо сложенный экземпляр. Компактный. Отличная голова и экспрессия. Отличная линия верха. Хорошо развитая грудная клетка. Правильная линия низа. Очень хорошие передние углы и отличные задние углы. Очень хороший ход. Второе место. Вельшкорге Пемброк. Хорошо сложен, крепкий экземпляр с хорошим костяком. Отличная голова и экспрессия. Отличная линия верха. Правильные передние и задние углы наклона. Движение с хорошей тягой и вылетом. Первое место. Скотч-терьер. Компактный, подвижный и активный экземпляр. Голова с плоским черепом, пропорциональная морде.
Голова правильно держится на мускулистой шее. Правильная линия верха с хорошей фигурой и хорошим хвостом. Отличными углами и правильными движениями. Отличный экземпляр. Дорогие друзья, дорогие участники нашего проекта BRD онлайн-выставка собак. У нас есть новости для вас. У нас сейчас появился рейтинг международная онлайн-выставка собак. Определяется в рейтинг породу, рейтинг группами, рейтинг Best in Show и рейтинг Best in Show Junior, а также рейтинг зрителей симпатия. Также у нас сайт сейчас появилась возможность зарегистрировать и получить свой личный кабинет. С личного кабинета вы можете зарегистрировать свою собаку на любую выставку BRD онлайн собак и также получить номер каталог для участия, также получить оценку судьи и призов от победы ваш собак на выставке. А также, дорогие участники, мы выпускаем наша третья международная онлайн-выставка собак BRD Осен. Она будет проходиться 27, 28 и 29 октября. Сегодняшний день вы можете записать свою собаку на выставку. Информация о суде есть на веб-сайте, поэтому приглашаю вас принимать участие в нашей третьей международной выставке собак. Дорогие друзья, я поздравляю вас, потому что мы начинаем Best in Show. Именно ради этого действия хендлеры представляли своих собак сначала в породах, потом в группах. Ну а теперь самое интересное. Это вершина конкурса собачьей красоты. Поехали! Best in Show! Best in Show судит представительница Великобритании, госпожа Зена Торн-Эндрюс. Она утверждена в качестве судьи для проведения CC – британского шоу чемпионов. Она может судить 130 пород в Великобритании. Также она является судьей по всем породам по правилам FCI. У Зены 103 британских чемпиона. И теперь она является лучшим заводчиком всех пород по количеству чемпионов с момента начала регистрации рекордов. Эта табель о рангах ведется с 1873 года. Ее собаки более 600 раз выигрывали CC, британское шоу чемпионов. Это делает ее лучшим заводчиком в Великобритании. В Best in Show представлены следующие породы. Вельш Корги Пемброк, Ньюфаундленд, Бенлингтон Терьер, миниатюрная гладкошерстная такса, сибирский хаски, английский сеттер, лабрадор ретривер, тибетский терьер и уипет. Best in Show открывает представитель породы Вельш Корги Пемброк. Молодая собака, которая экспонировалась и в юниорах. Я так понимаю, что у этого коржика большое будущее. Представитель Томска, Россия. Когда мы говорили об этой собаке на шоу юниоров, я рассказывал, что всегда приятно, когда вот из множества собак выбирается одна популярная порода. И, конечно же, это накладывает особый отпечаток на работу хендлера, потому что много глаз смотрят на этого человека и на эту собаку. Ньюфаундленд. Ньюфаундленд. Кстати говоря, по классификации Best Russian Dog по шоу чемпионов именно Ньюфаундленд стал лучшей собакой прошлого 2020 года. Порода сейчас достаточно редкая, порода специфичная. И, конечно, это, наверное, вдвойне приятно. Или
лично мне Ньюфаундленд запомнился по отличному советскому кинофильму, называется «Друг». Кто не смотрел, советую посмотреть. Вот настоящий друг — это Ньюфаундленд. Ну, а у нас Санкт-Петербург, Россия и Беннингтон-терьер. Эта собака, кажется, выиграла все, что можно и все, что нельзя. Уж очень правильные стати, золотой характер и, конечно, работа хендлера и заводчика выше всяческих похвал. Интересно, что собака такое впечатление, что немножечко как бы отстраненно движется по рингу, но вот любое изменение темпа, направление движения своего хендлера она улавливает. И в этой отстраненности вот есть такое свое очарование, потому что собака показывает себя. Миниатюрная гладкошерстная такса. Москва, Россия. Обратите внимание, сейчас хендлер, на мой взгляд, сделал абсолютно правильную вещь, потому что первое движение он показал по ровной плоскости, не по траве, чтобы продемонстрировать вот всю красоту и прелесть движения собаки. Чуть-чуть оператор дергает камеру. Ну, бывает, ладно. Не мешает особо восприятию. Собака-то красивая, в общем, есть что показать. Сибирские хаски, Киев, Украина. Еще когда мы комментировали группы, меня впечатлила эта собака до глубины души, потому что, конечно, во-первых, очень красивый представитель, а во-вторых, отличные физические кондиции. То есть, вот я верю, что эту собаку можно поставить в упряжку, и она потянет. Движения изумительные. Ладно, не буду ни на чем настаивать. У каждого есть свои предпочтения, свои пристрастия. Я, кажется, начинаю выдавать свои привязанности. Английский сеттер. Москва, Россия. Вообще, вот что-то мы заговорили о пристрастиях, но вот как можно не влюбиться в эту красоту? Тем более, что это подружейная собака, это трудяга, работяга. Я видел этих собак в работе по Перу, в поле, и, конечно же, они производят вообще фантастическое впечатление, когда этот красивый пес летит по полю, прочесывает его, находит птицу и замирает в стойке. Конечно, это зрелище для настоящих эстетов. Ну, а здесь выставочный ринг. И здесь нужно показать себя не хуже. Лабрадор-ретривер, Томск, Россия. Вечно виляющий хвост. Конечно, интересно, что вот онлайн-выставки, они
Мне кажется, что не так давят на начинающих хендлеров, которые, конечно же, волнуются перед ответственным показом на крупных выставках. А здесь вот вроде как все, то, что называется, все зрители за кадром, и человек может расслабиться, человек может сделать дополнительный дубль. Человек может представить свою собаку так, как он ее видит. То есть здесь неограниченное число попыток. У нас с вами представитель 9-й группы, тибетский терьер, жизнерадостная собака с хендлером, который, на мой взгляд, очень грамотно ее показывает. Это ни в коем случае не означает, что другие хендлеры делают свою работу хуже. Просто, ну вот, здесь мне очень понравилось, как этот человек экспонирует именно собаку. Наверное, так просто вот сложилось, то, что называется, карта легла. Собака под человека, а человек под собаку. И заключительная собака в нашем Best in Show – это Нижний Новгород, Россия, Липет. Вообще, мне кажется, в легкости движений борзуя не может переиграть ни одна из пород. И, конечно же, нашему уважаемому эксперту, который представляет Великобританию, это госпожа Зенна Торн Эндрюс, придется поломать голову, кого поставить на первое место среди этих красавцев. Третье место. Сибирский хаски. На мой взгляд, эта собака немножко низкая на ногах для идеальной пропорции длинной спины. Выглядит мощной собакой, хорошо сложенной. Очень хорошо поставлен хвост. Собака в хорошем пальто. Привлекательная голова и аккуратные маленькие уши. Очень хорошо двигается. Сильно. Второе место. Вельшкорги Пемброк. Стоя на скамейке, выглядит немного круто, но линия верха держится безупречно. Собака подвижная, привлекательная голова, уши поставлены хорошо, прекрасное тело и шерсть. Первое место. Бенлингтон Терьер. Идеальный размер и линия верха правильно изогнута над поясницей. Прекрасная голова и глаза правильно посажены. Углы наклона не преувеличены. Особенно в задней части все хорошо. Первоклассная экспрессия и пигмент. Немного меньше волос на голове хотелось бы. Правильная мясистая походка, но на мой взгляд двигалась слишком быстро. Дорогие друзья, дорогие участники, итак, мы совершили
наша вторая международная онлайн-выставка собак BRD летом. Хочу поздравлять всех победителей сегодняшние и с первый день, второй день. Хочу особенно поздравлять собака Бедлинтон Терьер, владелец заводчик Елена Пыхтар из города Санкт-Петербург. Вспоминаю, что на следующей неделе мы награждаем приз зрителей «Симпатия». Да? И также хочу пригласить вас на нашу третью международную онлайн-выставку собак BRD «Осень», которая будет приходиться 27 по 29 октября. Спасибо! Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и участвовали во второй международной онлайн-выставке собак BRD «Лето». В следующий раз мы увидимся в конце октября, и я уверен, что следующая выставка будет круче двух предыдущих. Ну а на следующей неделе будут подведены итоги голосования зрителей. Тогда будет определена лучшая собака по вашей версии. Голосуйте, у вас есть время. Ну а я, Григорий Манев, сейчас с вами прощаюсь. Увидимся на третьей международной онлайн-выставке BRD «Осень». Пока!